Подобно скатившейся с неба звезде, прекрасная дама купалась в пруде. Увидев у берега смятый корсаж, к пруду подошел любознательный паж. Заметив пажа от себя в двух шагах, прекрасная дама воскликнула: «Ах!» Но паж ничего не ответствовал ей и стал лицемерно кормить лебедей. Подобным бестактным поступком пажа зарезана дама была без ножа. Так в этом пруде всем повесам в укор прекрасная дама сидит до сих пор. Длинна, как мост, черна, как вакса, идет, покачиваясь, такса. За ней шагает хмурый строк, законный муж ее бульдог. Но вот, пронзенный в грудь с налета, стрелой собачьего эрота, от страсти к такси, словно кокс, вдруг загорелся встречный фокс. И был скандал. Ах, знать должны вы, бульдоги дьявольски ревнивы. И вмолвил встречный пудель: «Такс, не соблазняй замужних такс». И, получив на сердце кляксу, фокс так запомнил эту таксу, что даже на таксомотор смотреть не мог он с этих пор. Как-то раз путем окрестным пролетал дракон, и там, по причинам неизвестным, стал глотать прекрасных дам. Был ужасен обжорой, глотая, что из сил, безо всякого разбора, в результате проглотил синьорину Фиаметту, Монну Юлию Падетту, Аббатиссу Агриппину, синьорину Форнарину, Монну Лючию Дирона, пять сестер из Виньона и 617 дам неизвестных вовсе нам. Но однажды граф Тедеско, забежав дракону в тыл, вынул меч и очень резко с тем драконом поступил, разрубив его на части. Граф присел, и в тот же миг из драконьей вышли пасти, и на шею графа прыг синьорина Фиаметта, Монна Юлия Падетта, Аббатисса Агриппина, синьорина Фарнарина, Монна Лючия Дирона, пять сестер из Авиньона и 617 дам неизвестных вовсе. Бедный тот дракон, в несчастье, оказавшись не у дел, подобрал свои все части, плюнул вниз и улетел. С той поры, увы, до гроба, храбрый граф, пустившись в путь, все искал дракона, чтобы с извинением вернуть синьорину Фиаметту, Монну Юлию Падетту, Аббатиссу Агриппину, синьорину Фарнарину, Монну Лючию Дирона, пять сестер из Авиньона и 617 дам неизвестных вовсе нам. Ну, последний анекдот от Николая Огневцева, анекдот о цветах. Как-то раз, начинается все это приблизительно вот так. Отпросилась Мариетта в поле рвать душистый мак. Но, однако, в поле это было, однако, до-за-до оказалось, кроме мака, три сержанта из Бордо. По характеру был первый всех товарищей скромнее, щадя девичьи нервы, улыбнулся только ей. Был второй нахал сугубый, удивительный нахал. Мариетту прямо в губы поцеловал. Ну, а третий, Мариетте, всех других милее был. Догадайтесь, как же третий поступил? Ах, сударыня, при даме рассказать нельзя никак. Коли знать хотите, сами в поле рвать идите. Спасибо большое, Николай Яковлевич Огневцев. Если вы не знаете это имя, поздравляю вас с сегодня литературное открытие. Придете домой, поинтересуйтесь, насладитесь его замечательными анекдотами в стихах, которые он создавал на заре 20-го.